Знаете, есть люди в Салехарде, которые из Крыма, с которыми встречаешься и говоришь на одинаковые темы, и говоришь тем языком, даже не договаривая, когда понимаешь друг друга с полуслова. И сегодня мы были на день рождения у нашего судакского предводителя дворянства. И мы все судакчане собрались. Ну, почти все. И этот вечер был настолько крут, что я выхожу с этого вечера. И такое послевкусие. Наверное, полвечера было посвящено Алексею Рогожину. А еще вообще Крыму. А еще истории Крыма. О том, как мы переходили в Россию. О том, как мы были под Украиной. Вот вы знаете, какие-то такие темы, которые объединяют нас здесь, вдалеке от Крыма. И делают нас родными. Как здорово, что, наверное, везде по миру есть люди, которые близки по духу, близки по мыслям и близки не только по территории, где мы жили, а близки стали даже по сердцу. Спасибо большое всем моим судакским друзьям.